Здравствуйте. В эфире очередной выпуск передачи «Литературные четверги». И вот сегодня мы продолжаем нашу работу в режиме ограничений из-за коронавируса, поэтому наш гость находится в соседней студии, а гость – это почетный гражданин Тюменской области, писатель, краевед, сценарист и многое-многое-многое другое – Анатолий Омельчук. Добрый день, Анатолий Константинович. Добрый день, Леонид Кириллович. Ну и наши зрители тоже. Добрый день. Анатолий Константинович, вот мы главной темой нашего сегодняшнего разговора заявили такую тему, может быть, не совсем лицеприятную для тех, кто ее так истолкует по-своему, почему тюменцы так не любят свою историю. Тюменцы – это все горожане или это отношение только к власти адресовано, вот это упрек этот? Ну, конечно, власть здесь имеет значение, но, конечно, это наша, я бы сказал, общая беда тюменцев. Вот как-то не ценить, не гордиться и тем более не любить историю нашего великого города. Вот, ну, совершенно свежий пример. В число 21 российских городов трудовой доблести я с удивлением узнаю, что Тюмень даже не претендовала. Это Тюмень, которая, значит, лечила раненых бойцов. Сюда было переведено несколько десятков заводов из Европы. Она приняла, мобилизовалась, значит, эти заводы начали выпускать свою всяческую продукцию. И такой эпизод, который мне рассказывал Лев Иванович Равнин. Вот 1945 год, куда пошли победившие танки? Они пошли в Тюмень, значит, на геолого-разведочные работы. У танков снимали башни, да, и это были первые вездеходы. Александр Григорьевич Быстрицкий возглавлял ближайшую к Тюмени Покровскую, в Покровке нефтеразведочную экспедицию. Все работы, тогда, естественно, таких дорог не было, значит, велись на этих на танках. Это были геолого-разведочные вездеходы. И даже мы, ну почему мы даже не попретендовали? Ну, это же, ну, честно говоря, это, ну, неуважение к подвигу наших дедов, тюменских дедов, родителей, которые, как вся страна, быстро мы мобилизовались. Но меня, может быть, в первую очередь удручает, ну, никому я не хотел бы это ставить вину, да, значит, это, наверное, все-таки беда. Особый неинтерес к дотюменской истории нашего города, к истории, ну, наверное, не Чингитуры, а все-таки Чингитуры. Город был, появился в Сибири в 1220 году, ровно 800 лет назад. Это, как бы сказать, Чингисхан, как бы сказать, это было его звездное время. У Чингитуры такая, ну, Москва вообще свою азиатскую Россию все-таки ценит недостаточно. У Чингитуры величайшая история. Только, Леонид Кириллович, если не знаешь, 15 век. В начале 15 века Чингитура, кстати, ставка правителя Чингитуры находилась приблизительно на месте Дома Советов. Никуда, значит, как бы сказать, место власти в Тюмени, в Чингитуре не уходило. В начале 15 века при хане Тахтамыше Чингитура, великолепная, блистательная столица Синей Орды. Синей Орды – это государство от
Байкала до Балтики и практически до Черного моря. На севере до впадения, слияния Оби и Иртыша. В середине, это, кстати, ну, очень влиятельное и авторитетное государство, ну, до берегов Балтики. В середине 15 века Чингитура, столица государства узбеков, а в конце 15 века Сибирское ханство, в Сибирское ханство, вассалом Сибирского ханства было Крымское ханство. Кто там может сегодня претендовать, кроме Тюмени, значит, Крым наш или не наш, правильно? Еще такую вещь. Вот, ну, мы, наверное, все зациклились, уперлись. Ермак, противостояние Ермака и Кучума. С 1555 года Тюменский хан Едигер добровольно, в традициях того времени, добровольно вошел в состав Русского царства, значит, стал подданным Ивана Грозного. В 1555 году, вот потом мы, может быть, значение Ермака, иногда-то некоторые публицисты, старинные историки говорят, что Ермак преподнес Ивану Грозному от Сибирь. С 1555 года Сибирь, Западная Сибирь в последующем, это русское владение, владение Московского царства. И что Иван Грозный, и мы, кстати, недооцениваем, значит, роль Ивана Грозного, значит, в освоении Сибири, как-то он очень грозный, он очень такой антиевропейский, значит, ну, как бы любвеобилен очень, и, ну, как бы сказать, мы с трудом сознаем его лидирующие, лидерские позиции в его время. Ну, вот имея такую историю, да, столица, ну, мирового государства, государств, они, ну, нам достаточно быстро меняли, и мы об этом забываем, и нам не очень хочется об этом знать и помнить. Это никому не упрек. Но, честно говоря, или ты живешь в городе, который древнее Москвы, да, или ты живешь в городе, там, скажем, конца 16 века. Ну, я думаю, что мы все тюменцы образумимся, возьмем за голову, мы все азиаты, и у России великое, у Тюмени великое, вот именно прошлое такое, связанное с Азией. Вот. И это, я думаю, особенно в связи с тем, что в нашей Российской Федерации собирается приниматься национальный проект по развитию внутреннего туризма. И вот тут вот гордость Тюмени, Ленин Кириллович, и тут-то она и попрет. Вот про 800-летнюю историю, это же, по-моему, профессор Матвеев первый, да? Леонид Кириллович, извини, пожалуйста, что-то со звуком. Я говорю, 800-летнюю историю Тюмени, это, по-моему, профессор Матвеев ведь, да, начал доказывать? Да нет, честно говоря, таких апологетов 800-летия Тюмени и больше нет. Идут системные работы, археологи же в любом случае, хотя им пока до сих пор не дают системно поработать на Царевом городище, они ведут раскопки. Ну, я так, Матвеев, конечно, тоже значительный вклад. Ты имеешь в виду про Александра Константиновича, значит, Матвеева, да? Ну, который Тюменский госуниверситет. А, нет, я, честно говоря, не знаком. Да, когда была реконструкция улицы Ленина, там нашли древнюю мостовую, и вот, анализ показал углеводородный, что вот эта деревянная мостовая, она где-то была 800 лет назад
как заложено, что ли? Естественно, значит, если Александр Васильевич Матвеев, извини, просто запамятовал. Да, если захотеть, вот к властям будет честная такая претензия гражданина или горожанина, тюменского горожанина, они должны, конечно, сделать все, чтобы археологи системно поработали в исторической части Тюмени. А то, что здесь мировые сенсации и находки обеспечены, это 100%. Конечно. Потом, Анатолий Константинович, я помню, это было 2 года назад, когда на регион Тюмени проводился круглый стол, или как его можно назвать, о создании памятника основателям Тюмени. И ведь за эти 2 года, по-моему, нисколько не продвинулась эта идея к ее воплощению. Памятник так и не появился. Ну, я думаю, капля есть, русская народная мудрость. Капля камень точит, а мы, азиаты, никуда не торопимся. У нас позади вечность. И впереди вечность. Поэтому я думаю, что в принципе какая-то, ну, не масштабная, но в любом случае при помощи общественной палаты Тюменской области работа в этом направлении ведет. Вот мы здесь в Тюменской области сегодня намерены там с начала сезона начать уроки родиноведения. Ну, честно говоря, так не пропагандистски, а потихонечку внушать тюменцев, что это не только самый лучший город Земли, самый красивый город Земли, что вот родина наших детей, наших внуков, внучек, значит, это великий исторический город, ну, что там говорить, Париж еще из своих вшей не выбрался, когда Чингитура была столицей великого евроазиатского на 2 континента государства. Я вот когда начал заниматься этим, ну просто до сих пор удивляет, Крымское ханство платило дань ясак в Чингитуру. Да, ну, гордые крымчаки. Кроме этих двух моментов, есть же еще страницы истории нашего края, которые незаслуженно забыты. И ты об этом не раз в своих книгах уже говорил, с болью в сердце говорил о том, что забываем мы. И многие имена ты вернул. В научный оборот, я бы так сказал, вернул. Чтобы далеко не ходить, конечно, мы не ценим не только наших далеких предшественников, но и наших великих современников. Вот мы похоронили Геннадия Павловича вот в эти тревожные дни пандемии, Геннадия Павловича Богомякова. Обращаясь вот к той же национальной программе по развитию внутреннего туризма. Геннадий Павлович последние годы провел в Исете. У него там было, как он говорил, значит, такой большой огород, крестьянская изба. Значит, он себе коттедж не стал строить, а купил крестьянскую избу. Ну вот, сразу по свежим следам. Ну что напрашивается? Конечно, дом, музей. Ну, великий же человек, но без него бы, значит, нефтяное освоение Сибири не состоялось. Рядом там деревня Суверка, да, родина великого отечественного нефтяника, дай бог ему многие годы жизни, Владимира Леонидовича Богданова, недавно умерла его мать. Буквально неделю назад. Значит, вот материнский дом, да? Ну, сразу подумать.
дом музей великого сибирского нефтяника. Вот мы героев нефтяной эпопеи, значит, геологоразведчиков, ну, ценим, они этого заслужили, и Эрвье, и Муравленко, и Быстрицкий. Ну, вот наши свои, ну, честно говоря, я просто горд, что я современник Владимира Леонидовича Богданова и даже делал фильм о нем. Дальше. Деревня Карасуль. Родина такого же выдающегося нефтяника. Отцовский дом тоже сохранился. Юрия Константиновича Шафраника. Смотри, мы подходим к, там, скажем, Исетская, Суйерка, Карасуль. И мы подобрались к Безрукову и к Ишиму, родина. Вот, ты представляешь, рисуется большой маршрут, национальный такой тюменский маршрут, Ершовская тропа, но по этому, как бы сказать, вот по таким знаменательным местам. Это и интересно русским туристам, всем российским туристам, особенно бы москвичам, которые бы вспомнили, кто все это сделал, с чего это началось. Я буквально на той неделе был в Варьогане. Это почти родина Еремея Даниловича Айпина. Ну, такая национальная, замечательное, красивое село Варьоган, да? 800 жителей. Там национальный парк при школьном музее имени Айпина, да? И дом-музей Юрия Кыльчева Вэлла, великого ненецкого, великого русского поэта, который там родом оттуда и умер в Варьогане. На 800. В Тюмени, может быть, я не помню, ты мне напомни, скажи, есть хоть музей-квартиры там, кроме Блюхера, есть? Ну, и Блюхера тоже, это уже все. Это там уже другой музей, да? Другая экспозиция. На почти миллионную Тюмень, да? Ни одного музея-квартиры, что здесь не было великих, и писателей, и организаторов производства, значит, ученых. Кто-нибудь подумал о музее-квартире Ивана Ивановича Нестерова? Это же один из величайших ученых Сибири и 20 века. Поэтому, как бы сказать, это беспамятство, это, как бы сказать, вот нежелание помнить всех, но есть чем гордиться. Вот, но тем не менее, кроме нефти, значит, есть чем гордиться. Это такой богатейший человеческий капитал. Но назвать это просто государственной скромностью нескромно, но это какая-то патологическая скромность. Вот наши хуже, чем все остальные. Вот у нас такое бросовое прошлое. Вот это что? Это вообще Золотая Орда. Забыть, не простить и забыть. Ну, разве так можно? Мы мировой город. Мировой город. Вот ты говоришь про дома музеи, квартиры музея. Я был как-то в Вологодской области, там есть село Сизьма. Это бывшая центральная усадьба одного из хозяйств, ну, то есть совхоза. Они создали в этом селе, когда кончили сельское хозяйство, 10 музеев в одном селе. Это и музей быта, и музей пива, и музей хлеба, музей льна и так далее, и так далее. И туда валом едут туристы из Вологды, из Череповца, там, из соседних областей. Потому что очень интересно. Мы бы приехали в 10 утра и уехали только в 5 часов. Знаешь, вот, и не было вот, не то что скучно, а не было времени даже на месте, чтобы это все осмыслить. Это уже потом приходит где-то. Вот, спустя какое-то время ты начинаешь понимать, какое великое дело сделали жители этого села без федеральной поддержки, без поддержки областного бюджета. Слушай, Варьоган, да, прошлый год, нынешний год очень такой нетипичный.
13 тысяч туристов, из них 3 тысячи иностранцев, в основном европейцы. Это градообразующие все налоги, как бы сказать, от туристов идут в сельскую казну. Варьоган, честно говоря, себя так красиво построил, в том числе и благодаря. Значит, и вот возвращаясь к этому национальному проекту, национальной программе развития, конечно, городские власти, областные власти должны все-таки взяться за голову. И, конечно, сюда попрет туристический народ. Есть что показать, чем гордиться. Хотя, честно говоря, вот тоже идея, пока никаких единомышленников не нашел. Ну, в любом случае, Тюмень – первый сибирский город. Этническая, русская, старожильческая, не обязательно русская, старожильческая, значит, деревня, собрать там, как под Байкалом собрали деревню Тальцы, значит, еще сохранившееся деревянное там творчество, деревянное творчество свести в одно место – значит, в тот же, скажем, Карасуль, в ту же Суирку, в ту же Исетскую, столицу, значит, отечественного, значит, староверчества, создать замечательный комплекс. Уже практически, конечно, ничего не осталось, но если поскрести по историческим сусекам, можно что-то найти рядом с Тюменью, чуть подальше. Но напрашивается. Это быстро окупаемая вещь. Это, конечно, вложение в вечность, но если турист, особенно после того, как в Тобольске запустят аэропорт, ну, естественно, Тюмень-Тобольск, турист, естественно, попрет. Вот я считаю, что в эту нашу национальную программу от Тюменской области, это этническая старожильческая деревня, обязательный атрибут. Ну, показать нечего, с чего начиналась там уже русская Сибирь. Значит, это вот музей-квартиры выдающихся наших современников. Развитие, конечно, Ершовского центра. Ну, хотя он, конечно, развивается лучше, чем все остальные. В обязательном порядке, в обязательном порядке. Ну и, конечно, ты напомнила о памятнике, значит, первооснователям. Это должен быть не памятник одному человеку. Это города основывают государи, государства. В данном случае, что касается Тюмени, там обязательно должен быть Федор Иоаннович, значит, Борис Годунов, его премьер-министр, как говорится. Там должны быть и те, кто выполнял государеву волю, государев наказ, воеводы Сукин и Мясной. Там должны быть и те, кто передавал эстафету от Чингитуры Тюмени, правильно, государеву города. И интерактивный памятник, современный, интерактивный. Мы привыкли, значит, что вот вроде один Юрий Долгорукий. Города основывает, значит, ну, как бы сказать, у истока города всегда стоят и умные головы, и хорошие, и умелые руки. Извини, я тут вставлю тебе шпильку. Вот почему ты пошел на поводу у тех представителей ханжества, которые Сукина стали называть Сукин. Ты знаешь, вот Тюмени в этом отношении, может быть, везет. Один из, вот, как бы сказать, государей, значит, в Чингитуре, да, Ибрахим хан, которому подчинялся Крым, да, его в русской транскрипции называли Ибак. Ибак. Значит, потом вот Сукин, Сукин. Ну, просто везет. Ну, трудно, значит, русскому уху выслушать. Но Ибрахим хан забыли, да? А Ибак помнят. Ну, бак на поводу. Я тоже филолог. Значит, традиции, особенно традиции ударений, они как бы подвержены таким изменениям.
Ну, у нас и когда речь о собаках идет, стали называть мальчик, девочка. И вот такой кобель 90 килограммов весом, его мальчиком называют хозяева. Это, как бы сказать, конечно, языковой такой инфантилизм, да, но, честно говоря, назвали зрелую женщину девочкой, она же никогда не обидится, а мальчик тем более. Ладно, вернемся опять же вот к этим деревянного зодчества музеям. Вот ты упомянул слово старообрядцы, а ведь в том же Исетском районе, в Кирсаново, столица старообрядчества, там же могила святого Миронушки. Галанина, Мирона Галанина. Да, вот куда паломники едут без всяких там каких-то туристических указателей, ведь сотнями едут из соседних областей поклониться этому святому Миронушке, Мирону Галанину, одному из идеологов старообрядчества. Там действительно можно. Леонид Кириллович, едут, но все меньше и меньше, и уже, как бы сказать, все меньше и меньше, значит, людей, которые помнят свои староведческие, двоеданские, старообрядческие корни, хотя это большая гордость, но надо сказать, что это, начиная с царя Алексея Михайловича, после патриарха Никона, конечно, это одна из страшнейших трагедий России, конечно, но не то, что геноцид старообрядцев, а это гонение на старообрядцев, это одна из трагических историй в истории нашего Отечества. Но в любом случае, вот деревянную церковь в Битюках, это рядом с Исетским, худо-бедно возродили, но, может быть, не в классическом таком стиле, но, слава богу, нашлись энтузиасты, и, значит, по крайней мере, те, кто приезжают в Битюки, могут видеть, в каких церквах молились, значит, вот первые православные русские. Тут опять же, вот, без лишней скромности можно сказать, что когда речь идет о Битюках, тут твоя заслуга немалая, потому что вы на регион Тюмени тогда развернули кампанию по сбору средств на восстановление этого храма. Там, если не ошибаюсь, Анна Панкова журналистикой занималась, женщина, много лет, и она тоже сейчас принимает там активное участие, ведь вот, староста церкви, по-моему, она, нет? По-моему, да. Но тут еще надо вспомнить святого Владимира Николаевича Никифорова, значит, вот эпопею по Битюкам начинал он, там, ну, у каждого свой взгляд там на решение проблем, но в любом случае первым по Битюкам, и уже, честно говоря, даже в Битюки привез он меня, а потом мы подключили регион Тюмени и начали вот сбор средств, подключили владыку Дмитрия, да, но не перевелись энтузиасты, не перевелись. Но это должно быть, честно говоря, вот возвращение к истокам, возвращение на родину, на нашу великую родину, это, конечно, должно быть более массово, как я уже говорил, и, конечно, бы это надо начинать с уроков родиноведения в школах Тюмени, области, каждого района, районного центра. В каждом районе это отдельные уроки родиноведения. Потому что у нас, что не район, то да, Бельгия, Бенилюкс, Литва и Эстония. Да, у нас Увадский район, две Эстонии твоих любимых, обязательно там поместятся, правильно? Значит, у каждого такого места своя родина и свои замечательные особенности. Даже по сибирским меркам на небольшом таком пространстве, как юг Тюменской области. Почему мы говорим только о юге, это надо говорить, конечно, о большой Тюменской области.
Вот озадачил наших телезрителей. Они теперь сидят и думают, а почему это Эстония моя любимая? Я объясню, что у меня жена из Эстонии, поэтому Эстония любимая. Антон Константинович. Ну, Эстония же хорошая страна. Значит, и, как бы сказать, ну, не всегда там отношения между государствами, значит, складываются приемлемым образом. У каждого национальный интерес, национальная гордость, национальные амбиции. Ну, это ж не напряжение в отношениях государственных не перечеркивает наши столетние, тысячелетние сотрудничество и дружба. У нас есть несколько вопросов. Вот мы говорим об истории, но нас, зрители наши, возвращают к нашим дням. Марина спрашивает, у вас много детей, внуков, и что вы цените в семейной жизни? Значит, у меня двое детей, такой российский стандарт, мальчик, девочка. Значит, у меня четыре внучки, одна другой краше, и каждая следующая бойчее предыдущие, вот, замечательные. В семейной жизни я ценю, ну, конечно, свою покладистость в первую очередь. Значит, я очень покладистый муж, а, конечно, мудрость и неистовую работящесть моей жены. Но вообще трудно представить. Трудно представить, и вообще, честно говоря, только когда вот стал более свободен, смотрю, наши жены, да, это с 6 до 22, это нескончаемый рабочий день. То есть работа всегда найдется. Так что наши, как бы сказать, верные спутницы, это, ну, достойны самого такого большого уважения. Мы, конечно, в отечественной, значит, традиции считаем, что мы главы семейств, если приносим там какие-то крохи в семейный бюджет. Но по существу, конечно, глава семейства в отечественной семье – это, конечно, жена, мама, бабушка. Она же бабушка. Это... То есть карантин и самоизоляция позволили российским мужчинам узнать, насколько тяжело приходится нашим женам. Но, может быть, не только признать, но и постараться разгрузить их, больше помогать и больше понимать больше, что мужчина создан не только для казенной работы, но и для домашней тоже. Вот, мужчины любят рассказывать сказки, особенно женам, где они были и почему поздно вернулись. Леонид Кириллович, я приду и честно жене признаюсь, что я был на эфире у Иванова. Честно. Ну вот. Со всеми подробностями. Ага. И тем не менее, Константин спрашивает, а есть ли у вас любимые сказки народов Севера? Расскажите самую необычную, которая вам запомнилась. Ну, я только что читал сказки Еремея Даниловича Айпина. Ну, я плохой пересказчик, но Константину хотел бы сказать, значит, что самая любимая и самая мудрая сказка среди сказок всего человечества – это «Колобок». Вот он пусть перечитает там, это сказка про это три абзаца, да, по-моему, во все сборники сказок они входят, на одной страничке уменьшается. Это, я считаю, мудрее сказки не бывает. Мудрее сказки не бывает. Есть у меня. Я вообще, Леонид Кириллович, в любом случае у нас же с тобой литературный четверг, вообще считаю, что в русской литературе существует всего три классика, востребованные во все времена.
Это, конечно же, наш с тобой любимый Петр Павлович Ершов с коньком-горбунком. Потом Сергей Тимофеевич Аксаков с аленьким цветочком. И потом Дмитрий Наркисович, мамин сибиряк с серой шейкой. Национальная идентичность, вот если принимать во внимание, значит, она сформировалась в детстве и на этих главных, сказках. И эти произведения, они достойны великого народа. Вот вспомни там «Аленький цветочек». Это, ну, почему русский народ такой безумно романтичный и наивный? Это именно в том числе и потому, что подвержен вот тем идеям, которые, значит, Сергей Аксаков, значит, сформулировал в «Аленьком цветочке». Вот, Валентина Николаевна спрашивает: есть места на севере, где вы не успели, но хотели бы побывать? Или, может быть, в Антарктиде? Нет, в Антарктиду меня совершенно не тянет. Мне достаточно рассказа Юрия Васильевича Неёлова, который, значит, организовал, вот, когда был губернатором, себе полета в Антарктиду. На севере, в принципе, все, что я хотел посмотреть, вот буквально на той неделе посмотрел родовое угодье Еремея Даниловича Айпина. Ну, может быть, мечталось там, или, ну, такая неосторожная мысль была попасть на чистку на остров Вилькицкого, острова Вилькицкого и Шакальского. Ну, как бы сказать, после острова Белого, ну, мне кажется, что в принципе все, что я хотел посмотреть. Зуд, все, где чесалось. Спасибо Виктору Степановичу Черномырдину. Значит, мне кажется, это. Но я в ближайшее время по местам своей творческой жизни еду на реку Лену, на археологические раскопки Диринг-Юрях, это прародина, или колыбель не только сибирского, но и планетарного человечества, колыбель землян. Вот, я надеюсь, что это удастся осуществиться. Поэтому, в принципе, куда я хочу, у меня еще есть возможности, значит, тут сам. В задел предыдущей жизни мне удалось. То есть, куда душа повлечет, я прислушиваюсь к ней, значит, обязательно съезжу. Если у меня есть мечта, я думаю, что в моих силах ее осуществить. Анна Михайловна спрашивает, вернее пишет: очень понравилась ваша биографическая книжка. Как вы считаете, вам есть что добавить в нее сегодня? Значит, на будущий год у меня круглая дата, и я переиздаю «Река возвращается», значит, если она имеет в виду эту книжку. Значит, это будет полное, окончательное, уже добавлять, честно говоря, нечего. Вот, она будет вот в таком полном виде. Наталья Петровна Дворцова посмотрела и сказала: слушай, ну это уже, она уже слишком толстая. Хотя я все книги издаю весомые, ты сам знаешь, да. Вот, значит, но я посчитал, что все, что, как бы сказать, вот связано и что входит в маршрут возвращающейся реки, в этой книге собрано. Это уже будет пятое, да, издание? По-моему, четвертое. Я тоже считал, что пятое, но потом посмотрел, порылся. Пятого не нашел, ну, четвертое. Поскольку мы заговорили о будущих книжках, вот у меня на столе лежит сигнальный экземпляр очередной твоей книжки. Вот о ней несколько слов можешь сказать? Вот она двухцветная такая, вот так вот и вот так.
Но она, я бы сказал, даже двух имен, у ней название, основное название — «Мудрость», «Легкомыслие», а на красной обложке — «Легкомыслие мудрости». Но я тоже думал, издавать, не издавать, а потом, когда все собрал, обычно поступаю так, соберу, ну, подумал, что, в принципе, книжка полезна не только для меня, но и, может быть, для некоторых читателей. Но это, я бы сказал, такое избранное. Там есть, конечно, свежее, новое, но избранное. Ну, раньше ты вот эти мудрые мысли или мудрые глупости... Легкомысленные мысли! Ты ими разбавлял книжки, многие свои, а теперь собрал воедино. И в этом отличие? Ну, там же не все, это самое, а то, что я посчитал, что, ну, как бы сказать, может быть, не особо банально, но это, ну, так, грубо говоря, человек в течение своей жизни делает многие открытия для себя, которые остальное человечество, отдельные представители человечества давно уже сделали, да. Вот. Но для человека, значит, как бы сказать, это открытие. Он не знает, не прочел, не познакомился, не довелось, не посчастливилось, значит, познакомиться. Не всего Ларош-Фуко и Монтэня прочел, да, значит, и открывает. Поэтому я не стесняюсь того, что там, наверное, много банальностей. Но для меня это было важно, я, может быть, сформулировал это по-другому, ну, как бы сказать, я посчитал, что это не помешает. Вот однажды в студеную зимнюю пору мы с тобой также вот общались в этой студии, ну, сидели тогда, правда, рядом, и мы обещали вернуться к теме вот совсем древней истории, когда ты где-то вот так поверхностно, ну, скороговоркой, может быть, даже сказал о том, что когда на территории нынешней Франции жили, обитали неандертальцы, здесь, в Сибири, молодые люди уже объяснялись в любви друг другу и дарили девушкам цветы. То есть они уже были эмоционально богатыми и романтиками уже были. Да, Homo sapiens sapiensis, да, в Сибири появился любвеобильный, я надеюсь, значит, галантный очень, все приписывают какому-нибудь Парижу, который более знаменит своими крысами, значит, и не чистоплотностью, особенно в средние века. Да, здесь уже сибиряки... Давай так, Леонид Кириллович, я думаю, времени у нас осталось немножко. Я вернусь с прародины человечества, с Деринг-Юдяха, да, и твое начальство позволит тебе пригласить меня, и мы уж все посвятим только этому. Ну, галантности, первой любви из Сибири, любвеобильности сибиряков и сибирячек, но и многим мировым, прекрасным мировым традициям, которые человечество получило из Сибири. Поскольку мое либеральное руководство не ограничивает меня в тематике и в выборе гостей, тогда будем считать, что наш вот сегодняшний разговор будет продолжен, когда ты вернешься, и будем говорить о любвеобильности тюменцев и сибиряков во все века нашей многотысячелетней истории. Вот я тебя должен, как бы сказать, упрекнуть в некоторой дискриминации. Ты сказал тюменцев и сибиряков, и не сказал тюменок и сибирячек. Исправься, вот тут вот просто публично, понимаешь, тюменок. Если бы не были любвеобильны тюменки и сибирячки, о какой любвеобильности можно было говорить, значит, про мужчин из Сибири? Тюменок и сибирячек. Спасибо тебе, Анатолий Константинович, за то, что ты согласился принять участие в нашей передаче. Спасибо вам, уважаемые зрители, что вы были с нами. До свидания, всего вам самого доброго, будьте здоровы и до новой встречи в эфире. До свидания.